Добрый день! Продолжаем рассматривать программу DAMFUS 104.1 Basic в варианте лучевой системы отопления. Так, ну и произведем те же самые действия, которые мы сделали уже с периметральной системой. То есть уберем этот клапан на другой. Давайте его найдем. Так, подходит. Вот это, по-моему, убрали, да. То есть заменим его вот на этот клапан. Так, давайте рассчитаем. Так, ну здесь уже увеличилось. Так, ну и попробуем поставить регулятор давления, регулятор перепада давления. Так, ищем арматуру. Так, ну давайте клапан спутник. Тот же самый, который мы брали, когда рассчитывали периметральную систему. Поставим сюда. Так, ну и регулятор перепада давления. Давайте возьмем. То есть мы брали вот этот вот. И вот этот. Но ввиду того, что вот этот вариант не проходил, то есть сразу же возьмем больший вариант. Так, ну и не забываем поставить этикетки. Так, этикетки у нас здесь находятся. Чтобы в дальнейшем видеть результаты расчета по диаметрам, настройкам и так далее. Так, ну и одну выведем туда вот. Так, снова нажимаем расчет. Так, ну и вот как видим, то есть мы такими же действиями избавились от серьезного предупреждения. То есть, ну а эти можно исправить в последующем. Я уже исправлять не буду, а вы попытайтесь исправить. Ну, когда бы заказчику я выдавал, я, конечно, бы исправил. Но сейчас я показал принципы. То есть программа адекватно читает. Так, ну и давайте посмотрим, как обычно, настройки. То есть у нас должно быть не меньше двух, как рекомендует производитель. Хотя производитель Danfoss, а здесь установлены Бадеруса клапаны. Но по конструкции они немножко переделаны Danfoss. То есть 4 первый этаж. От 3 до 4. Здесь у нас 4. 4. Здесь у нас 4. 4. Здесь у нас 2 вон стоит. То есть на грани. Ну и здесь 4-4. Ну, возможно, здесь уменьшить размер радиатора. Попытаться. Но это уже история другого видео. То есть можно посмотреть различные данные, в том числе и ведомости материалов о каждом составляющем, которая у вас учитывалась. Вот такой принцип расчета системы отопления лучевой в программе Danfoss ISO 4.1 Basic. Всем спасибо за внимание, кому было полезно. До новых видео по разбору программ
Система отопления, теплоснабжения и так далее. До свидания.